Ребята, пробуем на троллинг, короче, на живка. По дну. Обалдеть, у меня никогда так не дергало по дну. Никогда не ходило, так не играло, сколько я таскал. Это значит, здесь пиздец обрывистая. Тебя так не дергает, да? Что болит? Да. Ну. Может, я кого забагрил нахуй? Ну проверить хоть. Никого нету. Может, у меня ротануха на пришел. Черный вот нахуй. Братан целый. Чем он так цепляется, это вообще непонятно. Ну нормально, чё. Мне понравилось троллинг лечить. А чё, мы не на середине даже. Ой, я сейчас тебя не зацеплюсь? Ну-ну. Ну. Так, сейчас я посмотрю, когда мы... Блин, нас к берегу подносит. Чё, погоним? Да. Донки ставить? Лёд. А? Лёд. Ну и это. А обратно можно будет не на моторе, а так сплавиться, да? Почему? На мотор-то не идем. До дома, вот так, троллингом. Она вечерком может... Она успокоится, вода, вала не будет, и будет еще лучше. И рыбе будет не мутно смотреть на все.
коробки поставим. Видел, сколько мальков микро? Не видел? Сайки же. Вода тут теплая. Теплая? Так, ладно, пауза.